Что-то произошло с этими Эпсонами, совсем свеженькие аппараты, и постоянно нуждаются в чистке печатающей головки. У многих возникает вопрос, как же добраться до печатающей головки. Все, блин, реально просто. Открыли крышку, и вот один винт, вот второй винт. Открутили, отщелкнули вот эту крышку, спокойно поднимаем, добираемся к демпферам и занимаемся чисткой печатающей головки.